Даджаль будет готовить почву для появления народов Гога и Магога. Все достоверные хадисы, дошедшие до нас от пророка Мухаммада, ясно гласят, что одним из главных знамений последнего времени станет появление Даджаля в библейской традиции Антихрист, который будет воплощением и направителем всего зла на земле. Его дела будут направлены на отдаление людей от веры. Он будет толкать к богомерзким деяниям, станет причиной хаоса и страха в сердцах большинства людей. Период появления Даджаля описывается в хадисах так. В то время будет много смут, беспорядков, переворотов. Люди будут убивать друг друга, и землю окутают беды. Именно в это тяжкое и горестное время появится проклятый Даджаль. Все более нарастающая в последние годы агрессия, жестокость, анархия, войны и бесконечные кровопролития во все новых точках земли и прежде всего в странах ислама, беспощадные убийства, столкновения на религиозной и межэтнической почве, унижение и преследование верующих, распространение ересей и извращение божественных заповедей показывает истинно верующим всех вероисповеданий, что время Даджаля уже настало. Он уже пришел в этот мир. И, как очевидно, именно он руководит и направляет всеми вышеупомянутыми мировыми процессами, хотя он еще и сокрыт от людей. Однако истина известна лишь Аллаху. Как сообщается в хадисах, Даджаль станет источником и направителем сил зла и бесчестия, будет планомерно распространять хаос и страх на земле. Беспрерывное кровопролитие, внутренние конфликты и столкновения одного народа, спровоцированные искусственно некими силами извне, непостижимые по своей жестокости террористические акты – вот суть зла, который Даджаль сеет сегодня на земле по внушению сатаны. Однако, когда Даджаль перестанет оставаться сокрытым и проявится явно, все упомянутые события станут нарастать с еще большей разрушительной силой. Период, когда Даджаль появится в мире явно, станет периодом полного отхода людей от божественной морали, временем открытого отрицания существования Бога, временем, когда моральная деградация, беспорядки, войны, столкновения, террор и убийства станут частью повседневной жизни. Войны, которые идут сегодня во многих странах мира, не имеют перед Господом ни единой справедливой причины для начала военных действий и кровопролития. Но каждый день они уносят жизни десятков людей. Бадиус Заман Саид Нурси известил нас, что Даджаль будет планомерно распространять хаос и страх на земле, готовить почву для появления племен Гога и Магога. Проклятый Даджаль, следуя наущениям и законам сатаны, уничтожит законы веры христиан и разрушит все сплачивающие связи, которые управляют социальной жизнью христиан в мире. Он начнет распространение анархии. Даджаль подготовит почву для появления Яджуджа и Маджуджа. В этом изречении Саида Нурси особое внимание обращается на то, что Даджаль будет следовать наущениям и законам сатаны, устранит и разрушит все законы и заповеди веры христианства. Все это приведет к анархии, смуте, бесчестию в христианском мире. В результате этого он подготовит почву для появления народов Гога и Магога и сам будет использовать в своих коварных целях ту атмосферу страха и полного хаоса, которые породят народы Гога и Магога.